Қайда қайрат күшігерің болса, сенің болса, шербетінде алынбас қамалың жоқ. Ойда қайрат күшігерің қалса, сенің болса, жетелейтін жеңеске амалың көп. Сондықтан сен жалындаған жас шағында, бұл өмірден тек жасқанба. Өз қолыңмен жолыңды сабола шағында, өзің жайны торса, бойна торса, қалғаны тек бір өзің мұл қолында. Шай қалмайтын ермінесің болса, бәрін жалса, өзгелердің зайына сынбағын ба. Ешкінді тыңдама. Сондықта сен шалындаған жас шағында, бұл өмірден тек жасқан ба. Қайда қайра күшке өз қолға, мен жолыңды сабола шағында. Сәлем достар, қайырлы түн, құрметті теле көрермендер. Осы апта біздер үшін, яғни Наталья екеуміз үшін өте сәтті болды. Сіздердің де демалыс күндеріңіз сәтті де қызықты етуіне тілектеспіз. Доброй ночи, дорогие телезрители и все, кто сейчас смотрит нас в онлайн-режиме на нашем сайте kokshetv.kz. В прямом эфире молодежная программа 4.0 и мой соведущий Бексултан. Және де Наталья. Бүгін талдайтын тақырыбымыз сөзсіз қызық болмақ, себебі жанымызға жақын. Менің сізге ұқсағым келеді, яғни әр адамның өз идеалы болатын белгілі. Ол кез келген адам болуы мүмкін. Анаң, әкең, ағаң, бауырың, шетел жұлдыздары, біздің өнерпаздар, спортшылар, кез келгені. Бүгінгі бағдарламада қонақтарымызбен сіздердің еліктейтін кейіпкерлеріңізді білетін боламыз. Ол үшін біздің 25-25-05 байланыс нөміріне хабарласып, немесе WhatsApp желісі арқылы хабарламалар жіберулеріңізге болады. Скажи мне, кто твой кумир, и я скажу тебе, кто ты. Вот такой афоризм существует в современном мире. Кто может быть кумиром? Часто говоря, кумир имеют в виду звезду кино, театра или сцены, но кумиром может быть и человек с соседнего двора, профессионал в вашей области. Кто угодно, главное, чтобы человек обладал чем-то очень важным для вас, был идеалом.
Чтобы, принимая любое решение, вы думали, а как поступил бы он, если бы был в такой ситуации? Тема нашей сегодняшней программы – «Будьте моим кумиром». Олай болса, құрметті телекөрермендер, біз қонақтарымызбен таныстыра кетсек, Наталья. Мы готовы представить вам первых гостей нашей студии. Многократные чемпионы Казахстана и международных турниров по карате. Дик Илья и Ташим Адиль. Привет, ребята. Жігіттер, қош келдіңіздер. Ваше настроение? Да, қош келдіңіздер. Өте керемет екен, жігіттеріміз бүгін өте сақадай сайып келген екен. Жалпы енді бірінші сұрағымыз, өздеріңіз жайлы айтып кетсеңіздер. Первый вопрос. Расскажите немного о себе, чтобы наши телезрители с вами познакомились. Меня зовут Дик Илья, так уже представили. Являюсь мастером спорта международного класса по карате. Участник многих турниров, чемпион Казахстана. Являюсь чемпионом мира по шитарю каратэ-до, чемпионом Азии. И также много международных турниров. Очень скромный человек. Очень скромный. Меня зовут Ташим Адиль. Я являюсь мастером спорта по карате. Многократный чемпион Казахстана, международных турниров, обладатель черного пояса по карате. Здорово, отлично. Расскажите, когда вы начали заниматься этим видом спорта? Как это случилось, ваш путь? Путь очень был... началось все от того, лично у меня так. Мне было 8 лет. Примерно, когда меня отдали на карате. Все-таки отдали насильно? Да. Получилось так, что я наоборот хотел, а родители меня никак туда не отведут. Карате было в моей же школе, в которой я учился. Очень долго уговаривал родителей, они ссылались на то, что нету времени поначалу, потом отдали, и даже отец до сих пор говорит, кто тогда знал, что ты достигнешь таких высот? Вот так вот. Да. Адиль, мы тебя спросим об этом чуть попозже, но сейчас, я думаю, самое время, Бексултан, передать время нашим коллегам. Я улыбался курик. Посмотрим, что они для нас приготовили. Біз дәл қазір киелі Көкшетаудағы Көкшетау мәдени сарайының ішіндеміз. Бүгін бұл жерде үлкен той деп айтсақ болады. Өйткені Алталашқа мәшқұр, аты мәшқұр Музарт тобының мүшесі Сәкен Майғазиев бұл жерде бүгін жүрегімдің ішіндегі жүрегім атты концерт беріп атыр. Сол концерттің өту барыс жайында жалпы қандай әсері болды, соны сіздермен бөлісуге тырысамыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Жарық жұлдыздардың ішіндегі өзіндік бірегейі Сәкен Майғазиевтің біз концертіне келдік. Сәкен Майғазиев, балапаным, қош келіпсің Көкше өңіріне. Қасиетті Көкше жері сені сағына күтіп жүр. Сенің әрбір концертіңді теледидардан көріп, рахаттанатын адамдардың біріміз. Сондықтан да әр қашан демеушің Алла болсын, тілеген тілектерің қабыл болсын. Ән майданында өзіңнің қолтаңмен кейінгі ұрпақтарға өнеге үлгі болады. Сәкен Майғазиевті тек қана үлкендер ғана тыңдамай, соның арасында, көрермендердің арасында жастар легі де бар. Соның дәлел ретінде менің қасымда дәл қазір бүгінгі концертке арнай келіп отырған біздің көрерменіміз бар. Жалпы, көңіл күйің қалай, концерттің алдындағы әсерімен бөлісіп өтсің өзіңнің? Көңіл күйім негізі өте жақсы. Сәкен ағаның концертіне андай өте көңілді настроймен келіп отырмын. Ол кісіні кішкентай кезімнен өте сүйіп тыңдаймын. Отбасымызбен жалпы үлкен фанатымыз, ол кісінің шығармашылығына тәнтіміз, ризамыз. Ол кісіге тек қана сәттілік тілейміз, Алла жар болсын.
бүгінгі концерт керемет өтеді деген ойдан. Ендеше рахмет сағанда біз сәттілік тілейміз. Осындай керемет әсерлі де әдемі кеш болды. Ендеше әрқашан біздің Көкшетел арнасында төрттөл жастар бағдарламасын көріп жүріңіздер. Тек қана бізбен бірге болыңыздар дегіміз келеді. Рахмет баршаларыңызға. Доброй ночи всем тем, кто только что к нам присоединился в прямом эфире программа 4.0. Дорогие наши телезрители, напоминаю вам, что вы можете позвонить нам прямо сейчас по номеру прямого эфира 252505, код для регионов 8716-2, передать привет или же задать вопрос гостям нашей программы. Я из Хубатом из Валгастерсак, Адиль Сен, Юзин Джайлю, Айтпетсин. Так, вообще меня этот первый раз в зал привел мой отец. Mm-hmm. Так где-то с 8 лет начал я заниматься в детском садике. Mm-hmm. Вот он долгое время меня постоянно возил на машине. Вот и с тех пор вот потом получается где-то занимаюсь где-то сейчас около 12 лет. За это время вот достиг больших высот. Все благодаря моему отцу. Как вы считаете, вот почему родители, по какому принципу родители выбирают секцию для своих детей? Может быть, вы там дрались где-то во дворе, и родители посмотрели, вот будущий каратист. Как вы думаете? Ну, вообще, мои родители отталкиваются от желания ребенка, чем он хочет заниматься, туда он и пойдет. Ну, такого нет в моей семье, чтобы кто-то кого-то что-то заставлял делать. В основном, по желанию самого ребенка. Я долго очень хотел пойти именно на карате. Я сам не знаю до сих пор, почему я именно собирался пойти на карате, но так получилось. Почему-то еще в детстве себе это в голову вбил. Целый год ходил, и меня, ну и все-таки меня привели туда. Очень бабушка еще поспособствовала этому, потому что бабушка всегда говорила родителям, вот он хочет пойти. Там купить ему там кимоно. Нет, не танцы, да, карате. Они, наверное, знали то, что ты будешь их бить, а не тебя, да? Адиль Сенчи? Как, не знаю. Вот мой отец, даже не знаю, он сам захотел, чтобы именно я занимался карате. Не знаю почему, ни бокс, там, ни борьба, именно вот в карате. Адиль выступает в плюсовой категории, да, и его отец самая высокая, да, самая высокая категория такая, как бы является такая одной из престижных категорий. Да. И его отец еще с детства говорил то, что вот он будет, ну, очень хорошо выступать именно в плюсовой категории, и всегда я это много раз слышал. Жектерин, бүгінгі тақырыпқа оралып келсек, яғни сіздердің ұқсағыларын келетін адамдарын кім? Яғни кумир. Ну, вообще, именно в области карате наш кумир является Рафаэль Агаев. Да, пятикратный чемпион мира, многократный чемпион Европы. Азербайджанда каратэши. Почему именно он? Не казахстандық емес, не япондық емес. В Казахстане очень много хороших спортсменов выступают на международном уровне. Рафаэль, да, Рафаэль. Да, такой человек тоже входит в сборную Азербайджана. Вот постоянно раньше в YouTube, вот где не посмотришь, всегда видео про него крутили, всегда натыкались на эти видео. И, не знаю, эти видео были, блин, очень мотивированы именно для нас. Мы на нем, как бы можем сказать, до сих пор даже растем, хоть уже сами перешли во взрослые категории. До сих пор сейчас смотрим спортсмен. Такой своеобразной техникой. То есть не Джеки Чан, не Брюс Ли, Ну, Рафаэль Агаев, он добился больших высот, и еще никто не ставал пятикратным чемпионом мира по карате до ВК. Действительно, с этого человека можно брать, да, пример. А как вы считаете, ребят, вот иметь своего кумира, это правильно? Или же все-таки нужно самому становиться знаете, кумиром? Знаете, можно иметь своего кумира и желать достичь большего, чем он, стать лучше, чем он.
даже в обычной, в обыденной жизни, то ли дело это будет бизнес, учеба или, например, спорт, ты можешь поставить себе какую-то цель, да, найти себе кумира и перебороть это и стать лучше, чем он. Это вот, мне кажется... Ну, ты тоже сайт, ты? Да, да. А для тебя, Николай Ильич? Ну так, я присоединяюсь тоже вот к Илье. По словам. Я его перебил просто. Он меня перебил. Жектеринда, мына медальдарын туралы айтып кетсеңдер. Мінекей мойындарыңда тағылып тұрған медальдар. Не можем не спросить про медали. Өте қызық. Количество у нас сегодня в студии. Вот это моя, как бы сказать, на международном турнире, можно сказать, первая медаль. Я поехал первый раз на международный турнир. В Америку, в Лас-Вегас. Америка, да? Да. Лас-Вегас, классно, борт перед таким, керамик. Вот я сразу поехал и, получается, стал там вторым на международном турнире USA Open. Угу. Так, еще потом стал многократным чемпионом Казахстана. Вот одна из медалей, из казахстанских медалей. Вот. Покажи нам, пожалуйста, бізге көрермендерімізге көрсетіп қойсын. Мінекей, қайдан алдым дедің бұны? Это на чемпионате Казахстана в городе Астане. Салмағы да әжеп тәуірекен. Алтын ғой деймін өзі. Таза алтын. Потом, келесі. Потом поехал на чемпионат Азии. Тоже стал вторым серебряным призером чемпионата Азии. Мынау енді күміс. Такая большая. Бұның барлығын сатып-сатып, жинап-жинап, ломбардқа тапсырса, қанша ақша шығады? Өте көп ақша. Әрине, бұның барлығы сатылмайды, енді бұл өмірлік құндылықтарың ғой. Мына жақында ғана менің білуімше 8-ші наурыз, 11-ші наурыз аралығында Турция мемлекетінде үлкен халықаралық, бүкіләлемдік, Бразилия қатысқан, Аргентина қатысқан үлкен каратэден сайыс өтті. Сол жайлы айтып берсең, неке мына? Вот медаль тоже с Турции. Иә, мен көрсем, неке Турцияда. Бронзовым стал, бронзовым призером международного турнира Босфор Open. Участвовало очень много спортсменов. Я там около 5-6 поединков провел. И только в полуфинальном поединке проиграл сопернику из Турции. Да, Турции. Азиль, вот у меня есть такой вопрос, ну, Илья тоже и к тебе. Понятно, как быть проигравшим, да? А вот каково быть победителем? Ведь когда ты побеждаешь, тебе нужно ставить какую-то планку, и ниже этой планки ты не можешь опускаться. Вот каково это морально, понимать, что ты победитель, и как дальше с этим жить? А вы когда-нибудь чувствовали слезы от счастья? Да. Вот, это вот такое ощущение. Это... Но это когда побеждаешь. Да. А вот потом, когда ты едешь на соревнования, и ты понимаешь, что ты уже победитель. Да. А, знаете, это еще тяжелее. Когда ты приезжаешь на соревнования чемпионом, и тебе давят на пятки подрастающее поколение. Это очень тяжело. А когда ты приезжаешь на соревнования только претендентом, это еще легче. У тебя есть уже цель достичь, например, выиграть того, который сейчас в данный момент является чемпионом, например. На каждое соревнование ты приезжаешь, и у тебя в одном кармане 50% то, что ты выиграешь, 50% то, что ты проиграешь. Жігіттер, біз өте философиялық көзқарас таким. Тәжірибелер өте мол. Қазір бір кішкене уақыттан кейін, қосылымнан кейін, Ильяның медальдары жайлы сұрайтын боламыз. Олай болса, әріптестерімізге сөз кезегін берсек. А сейчас самое время передать слово нашим коллегам. Не переключайтесь. Здравствуйте, уважаемые гости в студии, наши уважаемые телезрители и наши коллеги. Сегодня мы находимся на выступлении фееричного, яркого, красивого музыкального мюзикла «Фэнтези». Ребята приехали нам из Российской Федерации. Это сборная команда артистов, жонглеров из Украины, Красноярского края, Краснодарского края. И сейчас за моей спиной проходит шикарное действие жонглеров. Мы позже познакомимся с каждым лично. А также вот в этих ящиках, которые сейчас находятся подо мной, вот рядом со мной находятся животные. Это дикобразы, суслики, хорьки, дрессированные обезьяны. А по ту сторону кулис находятся пума, далее медведи и дрессированные пудели. Ребята, это что-то несравнимое ни с чем. Я испытываю очень огромное удовольствие. Оставайтесь с нами, я вас познакомлю поближе, совсем поподробнее.
Можно представить, вы сейчас выходите на сцену? Да, у нас пара минут, вот с королевскими пудельками выходим на сцену сейчас. Как их зовут? Это Лана, это Джина. Отлично, что вы будете представлять? Какой номер? Вы Мальвина. Я Мальвина, конечно же, Мальвина должна быть с королевским пудельком, а у меня их два. Какие вы будете показывать фокусы, представления? Мы будем прыгать, мы будем ходить на задних лапах и кучу всего интересного будем показывать ребятишкам. Сколько вы уже вместе работаете? Мы вместе работаем уже 5 лет с этими собачками. Отлично, вы шикарно выглядите. Удачи вам на выступлении. Спасибо большое, мне пора. Ждем, девочки. А пудели остались верно ждать свою хозяйку. Это что-то непередаваемое, уважаемые телезрители, мои коллеги. Я не могу пока передать вам слово, потому что у меня очень много есть, что вам рассказать. Посмотрите, какие они шикарные, они просто сказочные. Уважаемые телезрители, я хочу вас представить еще одним артистом музыкального мюзикла «Фэнтези». Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Сергей. Вы только что так грандиозно справлялись с животными. Где вы этому научились? Да как-то... Этому не учат, в общем-то. У вас есть своя, да, вот какая-то природа, вам это дано свыше? Это как бы сначала учишься на кого-то, то есть на жонглёры, на акробаты, там. А потом выходишь и да, выступаешь. Да, да, то есть, а потом уже как бы это... Со скольким животным вы работали на сцене вообще? Ну, много у меня было. У меня и медведи были. Вот вы только что увидели, мы видели, что вы работали с медведем, с пумой. Это медвежонок маленький, он еще как бы не... Он меня ужасно напугал. Я испугалась. Какие вы есть особенности дрессировки? Ну, конечно, есть особенности. Почему слушается вот этот медвежонок? Мне кажется, он такой неуправляемый. Почему он вас слушает? Ну, он еще не слушается, он еще как бы такой, это, то есть как бы... Да, озорной, он еще маленький, ему 3 месяца всего, то есть как бы ему поиграть. Мы хотели бы, чтобы вы пожелали нашим телезрителям от себя лично. Ну, желаю всем здоровья, естественно, телезрителям. Вот. Ну, всем, кто... Ну, дружбы самое главное, мирного неба, вот, хороших зарплат, чтобы никто ни в чем не нуждался. И здоровье – это самое главное. Мы знаем, что вы продолжите свои гастроли. Ваш тур начался с восточного Казахстана. Вы уже посетили центральный Казахстан. Далее вы проедете в Щучинск, потом будет северный Казахстан. Мы желаем вам удачи, не унывать, набираться сил, и чтобы ваши животные никогда вас не подводили и слышали. И вам тоже. Спасибо большое. Ну, мы отправляем нашего артиста на выступление. А сейчас я вам покажу самую, наверное, яркую, эмоциональную атмосферу, которая царит у нас в зале. Гости в студии, наши уважаемые коллеги, я познакомила вас с кулисами жизни музыкального мюзикла «Фэнтези». Одна особенность есть у этого музыкального мюзикла, что он включает в себя не только цирковое искусство, но и акробатические номера, а также жонглирование и клоунаду. Коллеги, я передаю вам слово, ну а сама продолжаю наблюдать за этим фееричным выступлением. Доброй ночи всем тем, кто только что к нам присоединился. В прямом эфире программа 4.0. Я субботом с дармен жалгастырсақ, енді Илья, сен өзіңнің медальдарын жайлы айтып кетсең, бізге өте қызық болады. Илья, расскажи, пожалуйста, про свои медали. Ну, я одел на себя, ну, самую важную по значимости медаль для меня, это чемпионат мира, который проходил в Токио, в Японии.
там, где карате собрал, ну, как возродилось. Угу. Ну, карате, ну, вот оно, да. Здорово. Не, вытекли. Насколько это было вообще тяжело справиться с этим? Это такая ответственность большая. Ну, да, это... Это давит на тебя. В финале, финальный бой у меня еще был с японцем. И получилось так, что... Фаворитом соревнований. Да, фаворитом соревнований. И было 6 боев. Финаль... Вот на соревнованиях самый сложный — это первый бой и последний, финальный бой. И там очень сильное волнение. Ну, переборол себя, сделал все, что смог. И все получилось? Вот, и сейчас вот. Келесі медальдарын көрсетіп кетсең. Это медаль. Это был мой первый выезд, тоже в Японию, в город Точиго. Открытый чемпионат Японии, где я стал серебряным призером. Японияға барсаң, өзің медаль әкеледі екенсің. Олимпиадаға барып көрсетші, алдымызда. Алтын медаль алып келесің. Кстати, наше карате вошло тоже в Олимпиаду первый раз. В 2020 году вот будем, так сказать. Соған дайындаласың, дәлен, Олимпиаду. Келесі медаль. Это чемпионат Азии в городе Гонконге. В 2012 году тогда я выступал по юниорам. Золотая медаль. Провел 4 года. Стоп, Курикшандага, Гонконгтан, алган медаль, алтын дейді. Құдай ау. Большая, красивая, золотая, внушительная. Келесі медалінді айта берсің. Это спартакиада народов Казахстан, 2015 год. Уже среди взрослых выступал тогда. Заняли первое место. Өте керемет. Енді медальдарың былай қарап отырсақ, қола бір медаль, қалғандары бәрі күміс пен алтын. Яғни алтын медальдар көп екен. Енді болашақта осындай алтын медальдарын көбей берсін жігіттер. Олимпиадаға барып, олимпиаданың шыңына, олимп шыңына көтеріліп, осындай керемет Қазақстанның намысын қорғап келеді деп үміттенеміз. Енді өздеріңе тағы да бір сұрақ қойғым келіп отыр. Өмірлеріңде ең сонда есте қалған бір жекпе-жектерін айтып берсеңдер. Так, мой самый запоминающий бой — это проходил в 2014 году в городе Сингапур. Там проходил чемпионат Азии. Вот. Получилось так, что мой бой и бой моего друга вот проходили на параллельных татами. Вот мы бились, вот, и даже тренер не успевал то за мной, то за ним, вот, приглядывал. И вот самый запоминающий бой, что я там проигрывал, и это был за выход в полуфинал бой. Вот один из... я там проигрывал, и вот на последних 3-4 секундах я вот вырвал победу у него. А как это получилось? То есть себе так... что-то сказал, замотивировал себя как-то? Нет. Как это происходит? Это... Вообще ни о чем не думаешь. Самое главное, цель стоит одна, чтобы выиграть и все, больше ничего не надо. Человек способен на многое, на самом деле. Биться, да? Вот выходишь на бой, надо биться до конца, как бы. Потому сколько бы ты не проигрывал, сколько выигрывал бы, надо биться всегда до конца. Это керемет. Илья, сенде? Мой самый запоминающийся бой, ну это, наверное, скорее всего, вот благодаря... Вот чемпион... этой золотой медали. Олимп чемпионат Анка. Да, это был финальный бой. Я уже как говорил, это был японец. 6-й бой уже у меня за день. Очень было тяжело. Весь бой был очень жесткая конкуренция. Ага. Так получалось, что очки не давали как бы ни ему, и ни мне. И был очень тяжелый бой. В конце концов, оставалось всего лишь 3 секунды. Общий счет был и у него 0, и у меня 0. Ни я, ни он не взяли очко. И на последних секундах так получилось, что он пошел в атаку. И я его опередил своей вот этой правой ногой. То есть один какой-то, одно какое-то движение. Одно какое-то движение, он пошел на меня, я его встретил. И так получилось, что я начал оглядываться, искать этот, ну, флажки, которые, ну, нам оценивают флажками баллы. Uh-huh. Я услышал то, что закончилось время, прозвенело время, и плюс я искал свои флажки, которые должны меня оценить, и так был счастлив, когда увидел эти 2 флажка, и то, что мне дают 3 очка и победу. Ну, это было незабываемо. Илья Илинге, елбасы звондайды екен, жеңгенге, сендер жегім звондады. Ең бірінші телефон шалған кім болды? Әкең, анаң? Родители сразу. Конечно. Да, им позвонил сразу тренер, сообщил.
То, что мы стали там, таким-то там. Да, это сразу отцу, хоть это находится очень далеко в Гонконге, там, в Японии, в Лас-Вегасе, где мы бы не были, сразу же пытаешься как-нибудь по соцсетям, даже просто с телефона звонишь, лишь бы дозвониться, сообщить это. На первом своем чемпионате на международном уровне даже отец как будто не поверил. Как? О, молодец, поздравлял. То есть все равно в первую очередь родным людям. Конечно. Ну, да, конечно. Ребят, спасибо вам большое, что вы были сегодня с нами. Приходите к нам еще, желаем вам еще больше медалей, побед. Приходите, хвалитесь все новыми и новыми медалями и местами. Я сидерку тебе в рахмет, алда вуақта тек кана женгіз тілейміз сендерге, сәттілік тілейміз. Спасибо, что пригласили, очень интересно. Всегда вас будем ждать, спасибо вам большое. Дорогие телезрители, Бексултан, я думаю, самое время нам прерваться на небольшую рекламу. Не переключайтесь, друзья. Среди миллионов планет во Вселенной только одна наполнена жизнью – наша Земля, с момента зарождения которой обмен информацией всегда играл важную роль в развитии человечества. Научные открытия, исторические факты, спортивные достижения и многое другое на экранах ваших телевизоров в любой точке Казахстана. Более 120 теле- радиоканалов в цифровом качестве. Свыше миллиона казахстанских семей выбрали ОТАУ ТВ. Присоединяйтесь и вы. Істеп сені мен талай жаратылмай қалған бір арманым өмірдің мәні кетпес ойымнан не істейсің енді сен әлем мықты сенің деп айтсын мейлі оған көнбеймін не істейсің бәрібір берілмеймін Жана гана күн көрген баламын жәдемінде нұрына қаландым естіледі ол қалай дауылпаздай шулаған арманы өмірдің мәні кетпес ойымнан не істейсің енді сен әлі мықты сенен деп айтсын мейлі оған көнбеймін не дейсің бәрібір берілмеймін жетемін арманыма маған қара оңынан қара тұрамын әр алдыңда әнді тыңда мені сына
Қайырлы түн, достар, түн ұйқыларын төрт бөліп отырған көрермен. Тікелей эфирде 4.0 жастар бағдарламасы біздің байланыс нөміріміз 25-25-05. Кез келген уақытта бізге қоңырау шалып, өздеріңіздің пір тұтатын адамдарыңыз жайлы айтып берулеріңізге болады. Біз асыға күтетін боламыз. Дорогие телезрители, в прямом эфире программа 4.0. Ну а мы готовы встречать следующих гостей нашей студии. И это по-настоящему огненные девушки. Сейчас поймете почему. У нас в гостях Кристина и Настя, фаер-группа Hex. Привет, девчонки. Здравствуйте. Мы уже с вами когда-то знакомились, мы показывали вас в одном из подключений. Телезрители нашей программы, возможно, помнят. Но было бы неплохо, если бы вы о себе рассказали все-таки поподробнее. Сколько вам лет? Где вы учитесь, работаете? Я сейчас нигде не работаю. Мне скоро будет 23 года. И, в общем-то, ничего особо интересного, кроме Fire, у меня в жизни не происходит. Ну, мне 21 год, я уже отучилась, сейчас работаю в магазине Estelle, то есть профессиональной косметикой. Теперь скажите, пожалуйста, как вы пришли к такому занятию? Как вы начали этим заниматься? Почему именно это? Ведь это, ну, для меня, я, в принципе, боюсь даже спичку зажечь, я вам так скажу. Мне кажется, что я там обожгусь или что-то. Сейчас я давай буду до конца. Когда-то давно, по-моему, где-то в 2013 году я познакомилась с парнем, его зовут Аманат. И где-то в 2014 году он предложил мне ради эксперимента прийти на тренировку. Без огня и всего такого, просто для общего развития. Мне это стало достаточно сильно интересно, и там были здоровские, классные ребята. И как, общение с ними очень сильно отличалось от общения в колледже, и поэтому меня это зацепило, стало интересно. Ну, ты не знала, что они занимаются? Я сразу знала, что они занимаются огнем, но как... Если ты хочешь прожигаться, ты прожигаешься. Если нет, то это можно отложить на какой угодно срок. То есть к этому еще нужно прийти, да? Ну, если кому-то взять горячий реквизит, дать в руки, человек, скорее всего, испытает шок и ничего не будет делать, кроме как отбрасывать от себя подальше. То есть сначала вы репетируете? Да, мы репетировали сначала с тренировочным реквизитом, и потом уже, когда ты более-менее знаешь базу элементов, можно попробовать уже с огнем. А как вы называетесь вообще, вот люди, которые занимаются вот огненными вот этими? Ну, как это даже назвать, я даже не знаю. Ну, фаерщики. 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 Да. Вот. Ну, расскажите, Настя. Кристина, прости, пожалуйста. Кристина, расскажи, как у тебя это все произошло, знакомство с фаерщиками. Ну, в основном, как с девочками я довольно давно уже была знакома. И, в принципе, с фаерщиками, потому что снова же где-то гуляли в автогородке, частенько тоже бывали где-то вот возле этой сопки, видели, как они занимаются с огнем. Было интересно, но тогда не хотела этим заниматься, очень боялась. Потом уже прошло какое-то время, с девочками более тесно начали общаться, и я была у них ведущей на фестивале. И вот ощущение, когда ты стоишь за кулисами, смотришь, как они это все крутят, то есть все вот эти именно элементы, это настолько красиво, завораживающе, и ну, мне захотелось попробовать. То есть я попросила, чтобы меня научили. Начала заниматься сначала без огонька, а вот сейчас уже прям влилась в коллектив. Вот вы сказали, что вы работаете, да? Да. Как вы определяете свое время на это? Ну, то есть... Хватает времени на все? Да, есть ограниченные рабочие часы и есть время, отведенное на тренировки. А вы скажите, когда проходит боязнь к огню? Как это происходит, вот этот момент? Обычно это происходит где-то к 3-4 прожигу, но если нет, то к 10-му. Страшное слово «прожиг». Мне уже от него страшно становится. Ну, некоторые зрители, кстати, боятся огня куда меньше, чем сами фаерщики, потому что часто, когда мы прожигаемся, подходят настолько близко, что ты хочешь сказать им «отойди, пожалуйста». Никому не понравится, если прилетит в тебя. То есть это все-таки опасное занятие? Ну, если соблюдать технику безопасности, то это не так уж страшно. А как вы себя защищаете? Что это за техника безопасности? Мы одевать стараемся... перчатки там. Нет, перчатки лучше не одевать, что чтобы лучше был контакт с реквизитом. Нужно выступают. Одевать желательно хлопковую одежду. Там какие-нибудь пышные платья не стоит одевать. Ну, конечно, можно, если это какой-то более-менее статичный реквизит, веера или даблы. Но для поек особо пышная одежда не очень подходит. Желательно, чтобы это было из хлопка, чтобы там волосы не слишком распущенные были. Ну, в принципе, никаких таких очень жестких рамок нету. Главное, чтобы ты себя в этой одежде чувствовал комфортно, и в случае контакта с реквизитом она не загоралась моментально. Спасибо большое. Мы продолжим с вами беседу после подключения наших коллег. Артистерам из Гасюзга Зигмбелик, Наталья Медолхта-Хельсен. Не переживайте.
Рахмет, әріптестер, ал 18 мамыр халықаралық мұражай күніне орай облыстық өлкетану және тарихи мұражайында керемет іс-шара өтуде. Бұл жерде музей түні өтіп жатыр. Және дәл қазір менің жанымда осы музей түніне жиналған барша халыққа сонау аталарымыз бен әжелеріміздің заманындағы үнді фильмін көрсетіп жатқан киномеханик, Қызыл Тудан арнайы келген киномеханик Жәнібек Қапесов тұр. Аға, сәлеметсіз бе? Добрый вечер, уважаемые жители города Качтава. Во-первых, хочу поздравить всех сотрудников музея с праздником, пожелать крепкого здоровья, семейного счастья, чтобы музей пополнялись новыми экспонатами, чтобы было много посетителей. Көрсетіліп жатқан фильм жайында айтып өтсеңіз. Ну, «Храм любви» – это индийский фильм, как говорят, старое событие прошлое, потому что этот кадр век – это интернета, век, как бы сказать, старое забытое прошлое, оно должно быть реализовано в сегодняшний день. Поэтому дети и взрослые должны смотреть и не забывать. मुझसे जाना तू दिल को ना तड़पाना तू दूर ना मुझसे जाना तू अरे पास ना मेरे आना तू हाथ ना मुझे लगाना तू दौड़ गई तेरे छूने से मेरे अंग अंग में बिज मैं अज मैं दस मैं जुन्या अनामिन चिकन सागा Өйткені бұл мұражайдан өте көп экспонаттар болды, және бұл өте дейін. Облыстық тарихи өлкетану мұражайында өтіп жатқан мұражай түні жарасына жиналғандардың қарасы көп. Бұл жерде дәл қазір үнді фильмі көрсетіліп жатыр. Ал сәлден кейін киномеханик Жәнібек ағамыз бұрынғы жылдардағы мультфильмдерді көрермендер назарына ұсынатын болады. Біздегі қысқаша ақпарат осы. Бұл жердегі мұражай түні түнгі сағат 12-ге дейін жалғасады. Әріптестер, сөз кезегі өздеріңізде. Қайырлы түн, түнқыларын төрт бөліп отырған көрермен, тағы да қайталап кетейік. Біз тікелей эфирдеміз, 4000 жастар бағдарламасын көріп отырсыздар. Байланыс нөміріміз 25-25-0, және де бүгінгі тақырыбымыз «Менің сізге ұқсағым келеді». Осы тақырыпта бүгін біз әңгіме қозғайтын боламыз. Доброй ночи всем, кто только что к нам присоединился. В прямом эфире программа 4.0 и тема нашей сегодняшней программы «Будьте моим кумиром». Звоните нам, наши дорогие телезрители, по номеру 252505, код для региона, 8-716-2. Передавайте привет, задавайте вопросы гостям нашей студии и делитесь с нами хорошим настроением. Я енді сұхбатымызға оралса, қыздар, мандай сұраққа жауап берсем дейсе. Командаларыңызда қанша адам? Қыздар, ұлдар жайлы. Ну, в нашей команде только девочки, и на данный момент нас пятеро. Одна из нас сейчас учится в Караганде, она с нами не репетирует, и вчетвером мы репетируем 2 раза в неделю. А как вы так собрались вот вместе, как вы познакомились? Потому что дело такое очень необычное. Как вы нашли друг друга? Ну, мы все в целом были в одном круге общения, а потом стало постепенно интересно это Жене, потом Лина подтянулась, и вот уже после того, как провели 2 фестиваля, к нам присоединилась Кристина. А мы с сестрой занимались, наверное, с 2014 года. Угу. То есть, ну, это большой такой срок уже, очень давно. Как один день пролетело. Қыздар, атаналарын қарсы емес болсындай, өте қауіпті іспен шұғылданып жүргендеріңе, атаналар ма? Моя мама вообще в восторге. Постоянно просит прислать фотографии, видео с прожигов, именно с фестивалей. Потому что ей интересно, она заинтересовалась этой темой, начала смотреть в ролики в интернете даже. Ничего себе. Настя, мои родители к этому тоже хорошо относятся, потому что для них главное, чтобы мне был выход для самореализации. Меня это очень сильно заинтересовало, и я стала куда живее с тех пор, как стала заниматься. А как часто вы ездите на такие вот выступления, и есть ли соревнования по фэшн-шоу? Ну, каких-то определенных соревнований нету, кроме тех, которые мы сами организуем между собой. И мы в прошлом году делали 2 фестиваля на арке за Затоном Аплайхана в парке. В общем-то, каких-то особых соревнований нету, но дружеская атмосфера на фестивалях присутствует. Также мы ездим иногда к своим фаерщикам в Астану, ну как своим, они сами по себе, но в целом у нас как общение
междугороднее есть. А бывают ли такие соревнования по Казахстану? Масштабные. Да, масштабные. Насколько я помню, в 2014 году был фестиваль «Фундэйфул» в Караганде. Там были соревнования с призами, с мастер-классами. Приезжали знаменитые фаерщики из России. Там была Марьяна Тен, преподавала кручение вееров. Это было очень увлекательно, но я, к сожалению, не смогла туда поехать. Енді, Наталья, бүгінгі тақырымызға оралсақ, менің сізге ұқсағым келеді, яғни кумир жайға. Сіздердің кумирларыңыз кім? Идеалдарыңыз? Меня очень сильно восхищает одна крутящая из Европы, Джесси Спин, ее ник в Инстаграме, потому что для нее вообще любой реквизит как свой родной. Она крутит и пои, и веера, и хула-хупы, и роуп-дарт, и став. У нее как будто вот она с этим родилась. Такое владение реквизитом для меня просто что-то заоблачное, потому что я стараюсь развивать свою техническую базу на разном реквизите, но пока получается не так хорошо, как хотелось бы. Кристина. Ну, я поддерживаю Настю в этом плане, потому что я смотрю ролики, также смотрю в Инстаграме, но я не запоминаю, кто эти люди, к сожалению, поэтому идолами не могу их назвать или кумирами своими. Но тут скорее больше поклонения огню идет и технике, нежели людям. То есть ваш кумир — это огонь? Да. А вот расскажите, какие существуют уровни мастерства? Вот как это определяется? Например, там, ну, смог... Первый разряд, второй разряд. Да, что-то покрутить. Мастер спорта, мастер. Черный пояс, желтый пояс. Ну, как и в любой сфере деятельности, есть новички, те, кто только начал этим заниматься. Люди более-менее среднего умения, те, кто уже знает базу элементов, могут составлять из них связки самостоятельно. Люди, которые уже на продвинутом уровне, которые спокойно переходят между разными элементами, уверенно себя чувствуют, у них нет проблем с импровизацией. И есть что-то вроде, как в науке есть люди на передовице, так и тут есть те, кто придумывает уже сами свои элементы, свои какие-то новые фишки, свой новый реквизит. В общем, наверное, интересно быть таким человеком. А вы сейчас на каком уровне? Ну, как вы считаете? Как вы себя оцениваете? Я все время... Я как-то не особенно сильно на этот счет задумывалась, но раньше мне было очень тяжело импровизировать. Сейчас мне уже проще. Если раньше включали музыку, и, допустим, вот ты можешь покрутить под эту музыку, я впадала в ступор и не знала, что делать. Просто боязнь была. Это, то есть, надо танцевать, надо ритм ловить, да? Да, но у меня с этим не очень хорошо, так что я стараюсь в этом развиваться. Но в импровизации с тех пор стало намного лучше. А как вы готовите свои номера? Вот все-таки у вас пять человек, да, у вас в группе 5 девушек, а девушкам одна в принципе... Одна в Караганде. Да, одна в Караганде, и девушкам в принципе тяжело договориться. Ну, а тут вы еще и с огнем работаете. Я бы не сказала, что сложно договориться. Мы потому что не только команда, но и подруги в целом. У вас есть чат в WhatsApp? У нас круче, есть и ВКонтакте, и в Телеграме, где только нету. Девушки, у меня к вам такой вопрос. Вот летом это легче заниматься. Как занимаетесь зимой? Мы снимаем зал. 40 градусов. Арендуем. И у нас тренировки по 2 часа, 2 раза в неделю. Сейчас мы готовим номер вчетвером. И на каждой тренировке мы по музыке примерно продвигаемся на 10-15 секунд. Иногда на больше, и это вообще большой прорыв. А были ли такие вот моменты опасные, когда действительно вы где-то ранились? Потому что, ну, все-таки это прямой контакт с огнем. Ну, у меня был один такой случай, когда парень не обратил внимания на то, что я стою сзади него, развернулся и выпустил бриз. И мне прошлось по челке. Бриз — это то есть... Выдувание огня. Выдувание огня. А как это происходит? Это... Набирают в рот керосин. Не повторяйте лучше этого. И брызгают. Получается, на факел, да. Но для этого нужно специально уметь правильно это делать. Я пробовала, но мне не очень понравилось. Во-первых, это прям как орбит со вкусом керосина. Как это не опасно для вообще для здоровья? Ну, лучше не надо. Ну и после челки, тем более обожженной, да, как я понимаю? Ну, от керосина ничего хорошего со здоровьем не будет. И часто к 35-40 годам, если люди постоянно бризят, у них начинают крошиться зубы. Так что не стоит это повторять. Да, опасное занятие. А какие у вас дальнейшие планы? Вот в дальнейшем, может быть, вы хотите где-то поучаствовать в каких-то соревнованиях или открыть свою школу, например, потому что занятие довольно-таки редкое для нашего города. И все-таки стать мастером, да? Да. И мы придем к вам учиться. Да. Будем крутить хула-хупы. Не знаю, я думаю, все-таки стать мастером
намного интереснее, чем кого-то учить. Потому что это же нужно нервы, энергию затрачивать. Тем более не все быстро учатся, не всем это дается. А иной раз объяснить это человеку, ну, тяжеловато. Все-таки не каждый же может принять то, что все-таки, ну, в этом он все-таки полный ноль. То есть такое тоже бывает, да, что научить этому невозможно? Конечно. Есть люди, которые прям очень тяжело учатся. Мне очень повезло с Кристиной. Я учу ее поэм. И она схватывает настолько моментально, что я начинаю быть немножко неуверена в себе. Потому что она учится за 2-3 дня тому, чему я училась там 2 недели. Ученик превосходит своего учителя, да? Да, есть такое. Вот, из каких-то дальнейших планов мы надеемся, что у нас удастся организовать фестиваль еще один этим летом, 11 августа. Угу. Вот, будем насчет этого договариваться с Акиматом и, как обычно, все это делать. Угу. Девочки, расскажите, вот вы пришли с каким-то интересным реквизитом, что это такое, для чего это нужно? Это световые пои, с ними можно выступать внутри помещения и не бояться, чтобы что-то загорится. Угу. То есть внутри помещения тоже такое есть, да? Да, есть отдельное, как целое отделение среди кручения. Это лайт-шоу, световое шоу, которое можно делать внутри помещений. У него есть как свои плюсы перед огненным, так и минусы. Зачастую не настолько зрелищно это, потому что нету элемента опасности. Для зрителя немножко теряется интерес. Но с другой стороны, это можно очень хорошо дополнить, допустим, лазерным шоу, зеркальным шоу, и это будет смотреться на порядок выше, чем огонь. Ну, такого прям экстрима в этом нет. Это значит, вот тройка для волик, пускай кушать пришли. Да, мы посмотрим, как же все-таки они в действии выглядят. Ну, не прям, чтобы это было очень удобно. А как они вообще называются? Это называется пой. 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 То есть это то, с чего вы начинаете вообще свой вот этот путь к использованию уже дальше огня, да? Ну, то есть это начало. Ну, вообще, есть тренировочные пои, с которыми мы занимаемся в зале. Они мягкие, и если что, ими не очень больно удариться. А без этого невозможно ничему научиться. Угу. Вот. А со светом он бьет больнее, чем огонь на самом деле, хотя не показалось бы так. Угу. И в целом, ну... А можете так покрутить вообще? Как вот самый такой простой элемент? Это не очень удобно, но... Ну, дорогие телезрители, представьте, что девчонки это делают. Ну, это, конечно, очень страшно. Я бы, наверное, на такое не решилась. Не, плавал хайдана лого болот. Я не жанга сидирает отрастер веер болот, таяхтар болот, те вот обруч болот, те вот. Так, какие реквизиты вы используете вот помимо? У нас я и Кристина крутим в основном пой. Я ее сейчас учу. У нас есть две девочки, которые в основном крутят веера. Я сейчас начала крутить даблстафы. Это примерно вот такие вот палки, две штуки. На каждом конце есть фитили или светящиеся элементы. Также с обручами люди выступают, но мы пока не начали прокачивать свой скилл в этом плане. Со стафами у нас в городе есть достаточно много парней, которые крутят. За рубежом тоже достаточно распространенный реквизит. Есть несколько видов стафа, есть просто стаф. Это длинный шест с двумя фитилями на концах. Есть Dragon Staff на концах вместо одного фитиля от 5 и выше. Девчонки, спасибо вам большое, что вы были с нами. Вы, может быть, что-то хотите пожелать нашим телезрителям или передать привет своим родным и близким, а может быть, вашим подругам? Я пожелала бы тем, кто нас смотрит, чтобы они самореализовывались, не останавливались в достижении своих целей и хорошо себя чувствовали всегда. Кристина? Даже не знаю, что пожелать. Наверное, пусть вот будет огонек, который будет светить вдали и звать к себе. Огненный такой. Да. Огненный огонь. Технология уже заговорила. Спасибо вам большое, девчонки. Вам желаем достижения вашего мастерства. Как вы говорите, еще есть куда расти. И мы всегда будем рады, если вы нас позовете на какое-то из своих шоу. Мен дети түрде келеміз. С удовольствием придем. Друзья, нет ничего плохого в том, чтобы иметь пример для подражания. Ведь наши кумиры мотивируют нас к достижению чего-то большего. Развивайтесь, постигайте все новые и новые вершины, и, возможно, однажды и вы сможете стать кумиром для многих. Я, дұрсы айтасын, Наталья, ұқсап, тәлім тәрбиелатын адамыңның болуы еш шаман емес. Керісінше, алға ұмтылуға тамаша серпіліс болады. Бірақ шаманнан жиреніп, жақсылардан үйренуді ұмытпайық. Келіп жеткен Рамазан айы мүбәрәк, оразаларыңыз қабыл болғай. Следующую пятницу, как обычно, ровно в 11 вечера. Не пропустите молодежный телепроект 4.0. До скорых встреч, друзья!
баяу қойған бұл сенің самалдан айтқызған сәлемің бе мен үшін айтылған бәрі сенің сан түрлі құбылған сағым бейне о сағым бейне Mm-hmm.